Национальный мастацкий музей – это один из наших брендов нашей краины, где собраны уникальные шедевры белорусских мастаков початку 20-го стагоддзя и до сегодняшнего дня. Тем более, что у нашей коллекции так само вельми добрые сборы. Это и старожитное белорусское мастацтво, это и русское мастацтво, заходнеевропейское мастацтво, мастацтво Усходу. И, конечно, мы вельми гоноримся нашей спадщиной, якую нам покинули наши ведомые белорусские мастаки. И мы гоноримся такими авторами, как Михаил Андреевич Савицкий, Виктор Александрович Громыко, Гаврил Хутонович Ващенко, Георгий Георгиевич Поплавский. Мы гоноримся так само Маем Вольфовичем Данцигом, Лереном Михайловичем Кашкуревичем, так само нашими скульпторами Андреем Андреевичем Бембелем, Зарис Сакачем Азгуром, Львом Миколаевичем Гумилевским, ну и іншими мастаками, які ідуть за нашими відомими патріархами і вносять так само свій вклад у развитие нашего белорусского мастерства. Искусство периода независимой Республики Беларусь. Это начало 90-х годов, когда белорусские художники находили для себя новые темы, новые почерки, новые выразительные средства. И искусство кардинальным образом изменилось. И мы действительно можем гордиться этой страницей истории нашего белорусского искусства, поскольку она наполнила совершенно новым содержанием наше искусство, совершенно новыми образами, новыми попытками рассказать нам о том, что было до советского периода, рассказать нам о мировой художественной культуре, рассказать о новых открытиях и направлениях, потому что художники стали экспериментировать и в области кубизма, фавизма, экспрессионизма, и в области абстрактного искусства. То есть появилось очень много направлений, которые соединялись. Абстрактное искусство с реалистическим, они экспериментировали с темами, совершенно новые ракурсы злободневных тем, популярных тем. Под патронатом нашего керовника державы будуется и развивается музейный квартал. Нам уже тесно в этих выдатных залах. И с тягом часу это будет наш музей иметь целый квартал. Это будет и отповедная инфраструктура музейная, это будет и больше залов выставочных. Таким чином у нас подвоится несколько разов наши выставочные площади. И, конечно, те скарби, которые назапасили наши музейные сотрудники, вот за эти 80 годов, так, начиная от наших коллег довоенного часу, послевоенного часу. И, конечно, вот мы, сегодняшнее поколение музейщиков, мы протягиваем эти добрые традиции, мы гоноримся нашими попередниками, и мы вот стараемся, как эти традиции развивать. Каб и наш музей у самым прямым сенсе развивался, каб он был первый не только в Республике Беларусь, але далеко за ее межами. С гонором у сердца мы можем сказать, что наш музей сегодня соправдная визитовка нашей незалежной Республики Беларусь.